За минувшие сутки огонь унес жизни сразу двоих человек. Пожары произошли в жилых домах города Абай и в селе Тлиусат Нуринского района, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики Казахстан. 12 сентября в Нуринском районе Карагандинской области в селе Тлиусат ранним утром произошел пожар в частном жилом доме. С огнем боролись 4 человека личного состава и 1 единица техники службы пожаротушения ДЧС Карагандинской области. Площадь возгорания составила 165 квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружен труп 32-летнего мужчины. Другая трагедия случилась в 3-м микрорайоне города Абай. В 5-этажном многоквартирном доме ночью произошел пожар в квартире. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружен труп пожилого мужчины.